время ночь. Провел прямой эфир. Ночная Москва. Едем тусить. Из этого Москва. Не исключено, что на этом мой влог закончится. Если что, ставьте лайки, пожалуйста. Ну что, ночная бабочка, блядь, уже дневная. Время 12, почти часов дня, наверное. Выскочил. Всем привет, я на трассе. ВДНХ, главный вход. Вот моя маршрутка уехала. Хохьярик живет рядышком с ВДНХ, как прекрасно. Вчера вот в этом торговом центре я был. Вы не поверите. Я, блядь, каким-то чудом смонтировал вчера в такси, когда ехали в клуб, видео. Приехал пьяный, я помню, что я просто поставил телефон, чтобы оно конвертировалось, все. Больше я нихуя не помню. Так, ботанический сад нам не надо. Керам-маркет, плитка и сантехника тоже нам не надо. Вы не поверите, у меня болит челюсть. Слушай, так шумно, мне очень, ну не очень, у меня, блядь, с одной стороны, вот с этой вот, болит челюсть, как будто мне, ну, драк не было никаких. Ваше предположение высказывайте в комментариях, конечно. А так поставьте лайк, кому не жалко. Что там еще? Комментарии, подписки, ну, сколько обычно. Вот на этой остановке. Ярик поехал на работу. Что тут? Короче, любой этот, до ботанического я не поеду, мне надо на ВДНХ. На улице, блядь, тепло, но я не могу это, шапку снять, потому что на трассе, блядь, ветрено. Сейчас, не дай боже, задует. Знаете, у меня у кумы мама говорила, на улице говно приедет, а ты все в шапке ходишь. Никогда не думал, что к себе это применю. Ну, ветер, правда, знаете, погода хитрая. На днях передают плюс 21-22 градуса. Ну, всего лишь два дня. Понедельник, вторник вроде. Пиздец. Ой, блядь, давайте давите меня. Я кинул, короче, машину ему сумку. А мы потом наверняка встретимся. Я не знаю, я, наверное, опухший. Я поспал 4,5 часа. Мы приехали домой 5:30. Я посмотрел по машине, по переводу денежных средств такси, да. 35 минут 6 было. Я каким-то образом снял, блядь, линзы волшебным, умыться. Не помню, успел я, не успел. Короче, позавтракали, сырниками меня угощали. Блядь, у меня рука уже устала держать телефон. Так, ну очень близко остановка-то. Поеду, знаете, куда, в эту, на ВДНХ, пошляюсь. Сейчас, может, там, а может, в прямой эфир выйти? Не видео снимать, ну, я там снимал уже видео. Может, там, блядь, зипал ветер. Знаете, такое состояние, я еще пьяный, я еще не трезвый. Ой, уже, фу, блин. Ну, короче, что вы думаете? Ну, короче, где-то 0,5 литра виски я жиранул вчера. О, блядь, с красными волосами стоит, представляете, какой я вас. Потом заказали коктейли. Ярик успешно этот коктейль, причем мой, а не свой, свалил. Он разлился. Прям целый коктейль. Нечаянно. Потом я пил коктейль, потом я... А потом, блядь, Артем дебил на шампанское перешел. Да. Мне, наверное, харь опухшая, нет? Ой, да, но мне по жизни такая опухшая. Короче, я еще пьяный, видимо. Но в ДНХ Ярик сказал, пускай только по паспорту. Паспорт у меня с собой, слава богу. Короче, приехал автобус. Написано, до ВДНХ едет. Но я поеду на маршрутке, потому что он до центрального входа катит. А это неизвестно. Хотя можно было на нем поехать, наверное. Не знаю. Девушка, а маршрутки, они прям сюда ездят до ВДНХ, да? А вот эти вот автобусы нет, да? Только до метро.
Проспект Мира. Вот уехал только что. Ну там от метро не далеко идти. Там буквально 6 минут пройти. Ну это да. А маршрутки прямо туда доезжают, да? Спасибо. Вот мы поедем прямо на маршрутке. Буду я там, блядь, ходить еще куда-то. Вообще на ВДНХ заебешься ходить. Погода прям под меня подстроилась. Очень хорошо, что я оделся полегче. Посмотрите, я сейчас в своей в этой ватной куртке вообще уехал передо мной эту маршрутку. Опоздал. Надеюсь, они час ходят. Короче, приключения продолжаются. Если честно, у меня есть там запасная одежда, я взял, потому что я был готов ко всему, даже куда-то улететь. Смотрите, я ебанутый. Я даже был готов куда-то. Самокат, может быть, не самокат. Подожди, может... А, на ВДНХ, наверное, нельзя, да? Нет, здесь же работает. Может, на сутки взять самокат? Он, наверное, рублей 700, блядь, будет стоить. Хуй мне нужен. Как тут без матов? Меня просите без матов. Ну, это невозможно. У девочки, у которой узнавал, она прям, знаете, у нее, видим, может, чуть-чуть проблемы. Я бы не сказал, что у нее какие-то проблемы. Прощай. Постакне, она прям тональником, тональник не ее, он очень сухой. Либо это пудра сухая. Короче, штукатурка. Та девка-то хорошая, добрая. В кожаных во всем. В штанах, блядь. Единственное, что я бы, может, в Сочи даже махнул. Но я без кроссовок. Поэтому... Как я без кроссовок куда-то поеду? Там тепло. Надо зайти в магазин потом. Я потом поеду на Красную площадь. Короче, я сегодня гуляю. Ночевать, наверное, не буду. Я река оставаться, скорее всего, на... В последнем автобусе примерно уеду обратно домой. Наверное, так. Ну, короче, куда-то я, блядь, уеду. Ночевать нет смысла, наверное, оставаться. Отель я тоже не снимал. Вот. Буду так, короче, шароебиться. Самое главное, сумку скинул, знаете, все. Ой, блядь, Артем, ты свое утро провел на остановке. Это вот куда это едет? 76, тоже до ВДНХ. Да в пизду, поехали на нем. Я буду сейчас эту маршрутку до послезавтра ждать. Ну все, доехал на автобусе. Слушай, 15 минут. Очень быстренько прямо тут вот остановился. Ну как у метро я обычно вот выхожу в ВДНХ и вперед. Вот на таком электробусе ехал. Это Космос-гостиница, я в нем был. Натусика мне такой сюрприз тогда делала. Натусика, которая есть. Натусика у меня вот из Москвы. Никуня. Кстати, на 25 этаже, на самом верхнем. Вид вот такой вот на все. Короче, ВДНХ. Пошел. Знаете, люди-то все равно не тупые. Много в шапках ходят. Мне бы водички, блядь, купить. То я так не смогу долго гулять. Сушат. Забинкова написал Ленуське. Она это... Что-то там тоже делает, короче. А, господи, работа у нее сегодня. Вот. Станкина. Это... Я тоже погулял, погода, говорит, шикарная. Это новые акты, это у меня мероприятие. Я, кстати, даже когда-то один раз точно катался вот на этой навесной дороге, которая вот, грубо говоря, отсюда до отсюда ее только построили. Что это с моргалками стоит? Ну, с обычными номерами машин. Народ полно. Нет, вообще, конечно, суббота. Сейчас посмотрим. Мне кажется, ой, там пиздец вообще. Там народ еще больше. Самокаты. Хорошо. Ну тут уже все сухо. Я мог бы поехать в кроссовках. Ну знаете, здесь сухо. Вообще снег только в парке лежит. И вот тает, видите, все. Я прям вижу, капельки капают. Лен говорит, мы бы с тобой еще похмелились.
типа говорит, старый дрожь, знаешь, как хорошо говорит. Ну, как бы, блядь, увы, ах. Потом один сюда едет. Короче, выпил я, наверное, вчера где-то бутылку еще, ну, почти бутылку, без одного бокала шампанского. Я так примерно прикинул. Ну, 3 бокала точно шампанского по 150 миллилитров. Сколько там? Ой, блядь, красный. Сейчас мне тут штрафанут. Почему тут, блядь, переход нельзя сделать? Чё свистите там? Денег не будет. Стоны. Ой, все, зелененький. Так, там уже красненький. Каким-то кетчупом воняет. Я супер чувствительный. Прям как это... Им шашлычным кетчупом, короче, воняет. Люди такие чудные. У нас попроще. В деревне, блядь. Не знаю, челюсть, блядь, болит, губы ответвил. Что я делал? Где я там лазил ночью? Вообще не здесь. Почему на ВДНХ? Потому что самое ближайшее до меня было. Потом поеду на Красную площадь. Я не знаю, открыто она, блядь, не открыто, но мои дороги все ведут сюда, в эти места. Я позавтракал, есть мне неохота. Я так немножко 3 сырничка сожрал. Ничего не охота. Ладно, свою рожу поменьше. Ой, блядь, котик. Этот Мурзилкин. Раздает что-то. Кредитки, наверное. Какие-нибудь. Программа. Блять, я потом таскать с собой нет, не буду. Да. Экскурсии бесплатные. Ну, там все бесплатно. Слушай, там, наверное, очередь какая-нибудь. Металлоискатели стоят, я вижу. Короче, первая какая-то хероборина. Выскакивает. Снял я шапку. Ненадолго. Ну, прям на солнце припекает. Я понимаю, что опасно, но... Короче, вот эти... Там, ну, Россия... Вот. Они выдвигаются. И квадратики выезжают. Во, видите? Такие 3D-шные выезжают. Так плавненько, красиво. Короче, безопасность на высшем уровне. И ОМОН, и металлоискатели, и все вот эти вот, короче, за проверки. Слушайте, это очередь такая. Так лучше же ее надо, бесплатно. Вот в прошлый раз там какое-то световое шоу, иллюзия. Надо сходить, может. Я никогда, знаете, вот, ой, а что я тут пошел? Я никогда здесь не ходил, вот на эти экскурсии. Нет, я ходил в космонавтику. Ну, то, что мне интересно было, все. И игры какие-то там. А, на этих, такие аттракционы, качалки, знаете. Вот. Сюда. А что вот они, и все, блядь, больше не запускать никого. А, вот тут паспорт нужен. Ну, вот здесь нужен паспорт. Что-то мне шибло идет, пизди, блядь. Так, помните эти елки, когда с Инуськой, с Инуськой, с Линуськой и с Виталий мы тут шлялись. Они были украшены зимой под эту. Вообще уже зима, конечно, закончилась, пора их убрать. Ну, либо еще верят и надеются, что она не закончилась. Не буду никуда гнаться, так чуть-чуть прогуляюсь. Бежать куда, блядь, воды мне надо. Тут, наверное, вода втридорога. Если не в 5 раз дороже. Точно как в аэропорту, наверное. В Макдональдсе можно было взять воду. Макдональдс там чуть подальше, наверное. Фильтр кофе, латте, аршан. Чего, блядь? Аршан? Что за аршан? На колесе московском я еще не катался, кстати. Ну что, после Сочи? Нет, я тут катался, когда оно старое там было.
где-то там было колесо старое, еще я на нем катался. А на этом новом нет. Катался. Че, кто любит Москву, ДНХ, всем привет отсюда, с вас лайчочек. Если вам не жалко, вообще башка заболела, знаете. То ли у меня башка заболела, то ли я сейчас прям усну на дороге. Люди в кроссовках идут, блядь. Им же не надо тащить с собой целый багаж, чтобы это... А мне еще... Ну да, еще я обувь не таскал же. И чё вот эту обувь поставили? Снял шапку, одел обратно, потому что прям там что-то ветра дуй такой был. Поэтому думаю, что если это лучше, пускай голова будет защищена. Пофф, ну я, блядь, не люблю я кофе. Чай я попил. Что-то там красивенькое тоже. Это я не про помойку. Клюквенный пунш. Вот это вот нормальная вещь. Кислая, наверное. Ягодный нет, чай. Нет, там это именно чай я хотела. Ягодный чай. Да. Какими-то вафлями воняет. С кусочками апельсина, яблок. Где я? В Додо пицце я такой пил. Похоже. Маруся. Не знаю, вот там был Макдональдс где-то раньше. Сейчас дойдем. Туннель. Можно я вот тут зайду в него? Чтобы мне в очереди не стоять. Почему не приглашают вот, а? Международная выставка. Форум Россия. Ай, блядь, где Макдональдс-то был? Вон, вкусно. И точно, наверное, очередь. Надо взять первый павильон, первый в России, в стране невозможности, господи. Ой, пизду, блядь, жарко мне шапки. Хорошо, я хоть в куртке не поперся в своей зимней. Купил воды, блядь, 100 рублей. Черноголовка, но лучше, чем подохнуть. Аллея славы. Современное боевое искусство. Это 40 видов единоборств. Двукратная чемпионка мира. Победительница олимпийского турнира в Пекине. 19-кратная чемпионка Европы. Ее медали. На ней все висели. Евгений Мамро. Алан Караев, Артем Вахитов, как меня прям зовут, Олеся Гладкова. Ну, мы с вами очень далеко от спорта находимся, по крайней мере, я, Бувайс, Артем еще один, Сипенко. Очень много Артемов, спортсменов. Александр Дрозд. Где-то его я видел, слышал. Кажется, я, блядь, что тут, я не понимаю, рамки, почему они стоят. Никто ничего не видит. Ну вот, хоть жить можно, знаете, водички попьем. Знаете, вышел в... Прям из Мака ветер прям... Хоть и тепло, но нет.
нельзя. Чекаем сесть, знаете, посидеть. У нас лавочки такие прекрасные. Сейчас там с видом каким-нибудь. Ну тут прям в лесочке таком, знаете, я же покажу. А видите, люди сидят. Прекрасно. Для чего эти рамки тут? Ярмарка. Тут еда опять. Сейчас напишут же. Только жратва интересует. Читай комментарии. Ой, тут и концерт никакого не будет. Нет. Это. То, блядь, в одной и той же футболке. Ты ее меняешь или нет? Ты даже в гости приехал на прямом эфире, в который я был. Ребята, это другая была футболка. Конечно. Скажу больше, я с собой взял две футболки, рубашку. У меня... Просто я люблю светлые вещи, они базовые, они одинаковые у меня. Вот. Причем она, кстати, была не белая, она была такая... Такая слегка мятная. Кошмар. Все не нравится людям, а? Потом, что еще? Шум, пончики какие-то за 5 рублей сожрали. Какие прекрасные лавочки. Кажется, они прям меня ждали. Сейчас чуть не упал, загляделся там на выставку. Прям споткнулся. Ботинок оцарапал. Так вот там вот что она встала. Только здесь ветер, видите, как развиваются волосы у всех. На открытое пространство. Еще не запустили фонтана, конечно, рано пока, видимо. Вот тут вот прекрасно, мне кажется, я помещусь на этой лавочке. Так, здесь она не свежекрашенная. Ой, блядь, хоть посидеть, знаете, спокойно. Национальное блюдо. Знаете, тут всегда красиво. ВК вон какой-то, надо, может, туда сходить, ВК в этот. Почему меня в ВК не приглашают? Потому что я там не веду ничего. Только своя личная страница, никакие видео, ничего не выкладывают туда. Кто не подписан, кстати, подписывайтесь. Все, насиделся. Особенно долго не буду сидеть. Красота. Это... У бабушки родственники в Башкирии. Я помню, в детстве они приезжали. Потом очень для аватарки. Короче, вот они вот... У меня где-то дома фотографии есть. Вот тут они фотографии. Но я был маленький. Мне было лет 6-7. Где-то так. Выставка Армении. Теперь даже есть неохота. Смотрите, все чисто. Ничего нет. Скоро здесь будут фонтаны. Вот что это за ВК? Это мне интересно. ВК, знаете. Газпром тоже у народа встал. Мне интересно в ВК зайти, что там. Нейросети Яндекса, путешествие с РЖД сделано нами. Вот пойдемте туда, попробуем зайти куда-нибудь. Выход. Ой, блин. Еще попасть надо. Ну, не такая большая очередь-то. Да. Технический перерыв 10 минут. Можно сюда зайти наверх. Через 10 минут, да, откроется? Блин. Технический перерыв.
Zero. Ну давайте подождем 10 минут, да? Что-то паспорт нужен. Ага. Любимый, так, любая категория. Бейджики. Нахер нет никаких бейджиков. Свободный вход, это интересно.